Окей, ребят, всем привет, с вами я, Павел Первый, мы продолжаем проходить в героическом режиме Лигу Исследователей. У нас остается побег из храма из первого крыла, храма Осириса. И давайте посмотрим, какой же хардкор тут нас ждет. Мы добыли первый фрагмент, а теперь уносим ноги, пока нас не расплющило. Давайте же сыграем жрецом, которым я играл в прошлой серии. Можете его колоду посмотреть, если не видели. Там серия небольшая в начале где-то. Даже не знаю, насколько хардкорно тут будет. Свет дарует мне победу. Так, немота пока не пригодится, украденные мысли тут тем более. Ну да, конечно, лучше было бы сменить эту колоду, но посмотрим. Сделаем вывод из того, что сможем тут выжить. Я-то думал, уже обваливается так рано. Сияющее озеро, как любопытно. Сейчас не время. Отлично. Берегись, я вас колье. Это было совсем не смешно. Черт, больно досталось. Берегись, гигантский валун! Он летит прямо в тебя! Твою мать, я забыл про валун! Ой-ой-ой. А чё так? Поднять щиты! А чё все сильные такие? Черт, все равно бьет больно. Шестнадцать, 26, 35. Да, не тупой бот. Окей, здесь понятно, что нужна какая-то заморозка, либо таунты вечные. Здесь вот таким жрецом нереально. Надо подумать, давайте попробуем ту колоду магии, которая у меня была. Блин, Огр 6-7 на первом ходу, не сильно ли это? Третий ход. Хотя да, мы же можем получить кристалл маны. Фух. Почти как я. Берегись, гигантский валун! Он летит прямо в тебя! Жезлу. 16. Эх. Давай атакуй самым мощным. Хорошо. Какая
настоящий рубинчик. Блин, вот если бы... Если бы единицу маны бы сюда. Он, кажется, недоволен. Может, вернем ему камень? Да он... Перед вами тангенциальный вращатель. Что меня тут спасет? 14. Уже убивает. Эта партия за тобой. Даже не представляю себе. Окей, я пересобрал свою колоду жреца, убрал отсюда свою тьму боли, вместо них поставил БГХ, и еще пару изменений сделал. Свою тьму боль не нужно, так как тут все существа с 5 и больше атаки. Смысл их ставить, ну, я просто не вижу. Нам главное выжить. Поэтому пытаемся выжить. Мне победу. Священный огонь я тоже думал, что он заменить, но пока что-то я даже не додумался. Вот владык смерть хорошо. И как раз врагу нечего вытаскивать из колоды. Кто-то ранен? Что? Сияющее озеро! Как любопытно! Возьму карту. Самое хорошее, что тут последовательность есть. Берегись, яма с кольями. Ты там ползешь по кольям? Поторопись. Берегись, гигантский валун подлетит прямо в тебя. Жезлу. Блестящий рубинчик. Так, с 10 хп. Он, кажется, недоволен. Может, вернем ему камешек? Так, 16. Если он ударит 10 и 6, да, мы выживем. Есть. Так, все равно сейчас все сдохнут. Такие страшные. Мне даже отбиться нечем. У меня сердце зверя. Не видно, не здесь. Но с этой штукой мы найдем выход. Вперед! На моей карте отметка. Туда нельзя. Если на ход раньше, то получится голем 7-7 еще один будет. С этими таунтами погаными. Я все равно сдохну тут. Проигрыш. Ну, я почти победил. Заходили бы точно те нужные карты.
пусть 75 единицами урона очень решающий. Если получаете 10, сливайте смело. Скорее всего, проиграете. Свет дарует мне победу. А пока буду пытать каким-то таким образом. Так, пока сделаем вот так. Получаем кучу урона в лицо. Проклятые готовы сражаться. От меня никто не уйдет. Окей, это не пойдет. Хорошо. Предлагаю переделать жреца в более крутого таун-жреца. Вот прям сейчас это сделаю. Так, отсюда убрать такие карты, как вот эти карты. Это убрать, это убрать. А, и нам нужна провокация. Провокация. Так, только сначала... Подожди. Еще одна надо. Провокация. Не важно какие, но главное дешевые провокации, чтобы были. Во, раздражатор идеально. Сектанты не нужны вообще. Обращение тоже не нужно. Они все равно убивают эти провокации, скорее всего. И, соответственно, нам нужен какой-то добор. А чем может добрать у нас жрец? Вы берете карту. Ну, кроме этого. Ох, больше вариантов нет даже. То есть нам только полагаться на удачу вначале. Что еще какие провокации есть? Желательно с божественным щитом. Вот это. Окей, давайте попробуем этой колодой. Может что-то выйдет. Но тут необходимо, чтобы рука заходила. Андуин и гибнущий храм. Свет дарует мне победу. Не
знаю, сколько так я смогу держаться просто. Так, нам надо как-то сократить объем получаемого урона. Так, ну хоть что-нибудь... Так... Это называется поставить что-нибудь. Никто не уйдет. У меня сердце зверя. Не видно низги. Но с этой штукой мы найдем выход. Вперед! Черт, как же быть мне? Что-то имба какая-то. Все. Это максимум, на что я способен. Еще на один ход продвинулся. Карты абсолютно не те. Надо колодец тоже убрать, наверное. Или не убрать, он тоже хорош, как таунт. Тут не важно, сколько урона мы нанесем, важно, сколько мы выдержим этого урона, сможем вообще. Не, у меня есть, конечно, бешеная идея с таунт друидом, если зайдет, авиана, получение 10 кристаллов, но не-не-не, это очень-очень редкий случай. Милая статуя и блестящий рубинчик.
Так, две карты. Две карты, которые могут быть таунтами. Либо же мы можем восстановить ХП. Нифига, не столько же, конечно. Удвоение. А, дерьмо. Поднять щиты. От меня никто не уйдет. Ой, фу. Дайте подумать, как я могу эту проблему разрешить. Если я поставлю 3D10 животик. Вот, блин, вот если бы вот этих двух карт не было бы, я бы выиграл. А тут даже с отхилом проигрываю. Что можно сделать-то? А, 10-6 же. Они с двух убивают. Вот один ход, блин. Почему мыши такие гигантские, а? Так, почти прошли. Это проходимо, я уверен. Избранника тоже надо убрать, ненужная карта. Вот слово тьмы смерть не заходила, что-то совсем мне. Ни разу еще. Вот у нас есть раздражатор хотя бы, и то хорошо. Все равно сдохнет колодец, смысл. Сейчас главное... Главное побольше... Побольше карт взять. Тебе тут делать нечего, трогает он. Приветствую тебя. Опа, я и не знал.
доволен. Может, вернем ему камешек? Против пятерых существ чем можно противопоставить? Все, мы сдохли. Ты сильнее меня. Таунт идея тоже не особо идет. А, уж это сложновато немного. Ангуин и гибнущий храм. Свет дарует мне победу. Да блин, нужно, чтобы другие карты в начало хода заходили. Вот, другое дело. Наконец-то. Подумать над этим. Только не получу 10 урона. Да вот ты оха. Дурацкий валун, а. Грохот усиливается. Потолок вот-вот обвалится. Какая милая статуя. И блестящий рубинчик. Он, кажется, недоволен. Может, вернем ему камешек? Так, пим-пим. Пим-пим. Нет, не пойдет. Если так. До свидания, глупая идея. Пойду придумаю что-нибудь. В общем, я составил вот такую вот колоду, которая одни таунты и заморозка. Как видите, слизняки специально для этого дела приготовлены. Ну что ж, попробуем пройти теперь. Может, будет гораздо легче. Сейчас тоже хреново сюда подходит. Ну я стоило напрашиваться. В ментальном технике я не особо подумал. Да, нормас. Будем сдерживать его столько, сколько сможем. А вот БГХ я забыл положить. Вот его и надо было. Еще два обращения в бар положил на всякий пожарный. Берегись, я вас кольем. Без сучка, без задоринки. Почти как я. Вот так и делаем. Неважно, кого замораживаем тут. Гигантский валун подлетит прямо в тебя! Жезл. Молодцы! Она не сделала науки!
Так, вот хорошо сработало. Так, ну сейчас я их кольцом заморожу, и эти ходы идеально пройдены. Так, беру две карты. Он, кажется, недоволен. Может, вернем ему карту? Так, пока все хорошо. Отвести крок сюда б зашел. От меня никто не уйдет. Так, это лучше будет, чем комарики. Так, если я исцелюсь. Теперь бы какой-нибудь. Так, неплохо. Отлично, это победа, ребят. Легкая победа. Заслуженная. То есть, вот как-то так. С помощью такой морозной колоды с таунтами и немного удачи вы сможете выбраться из этого храма. Что ж, храм Орсиса, героический режим завершен. И мы будем ждать следующей недели уже в Ульдамане. И, разумеется, уже играть в ульдаманские, в общем, в ульдаманском крыле. Надеюсь, оно будет таким же крутым, как храм Орсиса. 10 из 10 ставлю первому крылу. Ждем следующей недели, а пока на этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а с вами был Павел Первый. Всем пока!